Подъем. Восемь часов 40 минут, четверг, 24 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это русская служба новостей! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте. Слушайте. Здравствуйте. А у нас во дворе повесили дорожные знаки, сделанные из зеркалита, нанотехнологии, Мигель. Секундочку, у посольства США трется большое количество народа. Хотят свалить, наверное. Визы, небось, пошли пальчики сдавать. Ярославка и проспект Мира в состоянии хронического недвижения. Уже 2 часа еду, пишет Крачковский. Доброе утро, Крачковский. Внутренний МКАД, как всегда, от Капотни. Это 87-й, сейчас посмотрим. Это электросталь, знаешь, что такое? До Москвы по М7, 1 час. Балашиха тормозит, но объехать можно по пьяной дороге. А въезд в город плохой-преплохой, пишет Юра, таксист. Да, Балашиха сегодня лучше, чем обычно. Ну, так, там 2 пробочки всего. Слушайте, от Лосиного острова до Ленинградки стоит внешний МКАД. От Лосиного острова до Ленинградки внутренний МКАД. Самые драматические места вот где. От Капотни, да-да-да, от Капотни до Варшавки не едет. И 1, 2, 3, 4, 4 ДТП на Яндексе я вижу на этом участке. От Капотни до Варшавки нет на внутреннем МКАДе движения или ползет медленно. И от Новой Риги до Ленинградки внутренний МКАД тоже стоит. От Новой Риги до Ленинградки стоит внутренний МКАД. А внешне от Лосиного острова прямо вот в заповеднике начинается пробка и заканчивается вот за Химками левобережными. Ну, почти до Ленинградки тянется пробка. Вот так. А все остальное ничего, так нормальненько. Киевка не может въехать в город. Ну, правда, въезжает хорошо, а вот перед самым МКАДом раз, два, три, четыре ДТП и держит это. И Новая Рига стоит, конечно, от БП. Все. Остальное все прекрасно. Настя, скажи мне, в чем ты ходила? В чем ты ходила на выпускной? Ой. В чем ты ходила на выпускной? Нет, скажи мне, в чем ты ходила на выпускной? Я скажу. У меня был костюм, я признаюсь тебе, даже галстук. У меня был галстук. Скажи, в чем? Ходила в сарафане? В сарафане. Я имею в виду, сарафан был на блузку или сарафан был на тело молодое, ядрическое? На блузку. На блузку. Догадалась тогда блузку снять. Еще. Надо было блузку снять Надо и сарафан надеть блузку. Прямо на голое по-другому тело. По-другому бы выглядело, да. Да, конечно, по-другому. А таким корсетиком. Скажи, пожалуйста, почему девочка, русская девочка, покупает наряды на... Я сейчас не про ту, которая была в интернете, баян. Я не про баян. Новые и новые девочки покупают одежду на выпускной в секс-шопах. Почему? Да, почему? Да, и почему? Вот почему? Вот. Что с ними? Что случилось? Что случилось с головами? Вот. Девочки, позвоните нам. Девочки, красивые, ножки, глазки... как там было это у Аруши? Ой, да. Девочки, Аруши, красивые, глазки, ножки, глазки. Поберегите. Берегите, девочки, зачем ваши души. Да. Слушайте, у меня есть своя версия, да. Но давайте сначала дадим слово. Девочки, красивые. Участникам. Да. Здравствуйте, вы девочка. Алло. Нет, это не девочка. Это не девочка была в этот раз. 788-170. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей. Да, не девушка, но в материале. Да, как вы в материале? Вы отец девочки? Скажем так, у меня есть племянница, ей 13 лет. Я сейчас с ней общаюсь и вижу, что происходит в школе. Ну, объясните, в чем дело? Объясняю. Вопрос шире, остановитесь на секунду, слезьте с броневичка, секунду, я расширю вопрос, можно я расширю вопрос? Да. Чуть-чуть шире, смотрите, француженка, и французский мальчик, и француженка в 13 лет деятельно, методично стабильно занимаются сексом, но одеваются при этом скромно и носят рюкзачки за спиной. Наша разъедает ляжки, значит, что, я не понимаю, и хочет ходить как шлюха. Почему же? Откуда это берется?
Это упущение воспитания в семьях, я считаю. Да, но как вы будете ее чертову дуру воспитывать в семьях, когда она выпрыгнет иначе из окна? Как вы будете воспитывать эту шалаву в семье, если она говорит, я иначе выпрыгну из окна? Нет, значит, упущение воспитания еще до 5 лет. Стоп, назад. Как можно тут что-то упустить? Вот у меня дочь примерно 5 лет сейчас. Смотрите, дочери 5 лет примерно, около 5 лет. Да, давай. Знаете, что у нее в голове? У нее в голове принцессы, женихи, значит, эти вот, которые принцы, она на них все время рисует, там их принцесс, платья, розочки, завиточки и так далее, и тому подобное. Желание одеться в как можно более пышное платье. У 5-летней девочки. Ей хочется розовую кроватку с балдахином, и все, чтобы было как у принцессы. Я на это смотрю, у меня, вы понимаете, я это никак не поощряю. Да. Но как я ее могу воспитывать? Я на это смотрю с умилением, да, вот она рисует принцессу, да. Я ей что, должна запретить? Или ей должна сказать, Катя, вот тебе футболка, пожалуйста, старая, растянутая, разношенная, и свитер. Вот ты должна, ты девочка, ты должна ходить вот в этом. Я же не могу этого сказать. Девочки, это характерно. Ну, в том-то и дело, это внутри. Это внутри нее. Я буду смотреть, что дальше будет, но я предполагаю, на что... На мой вопрос вы не ответили. Не вы... Какая-то... Как вас зовут, простите, уважаемый слушатель? Меня зовут Елисей. Елисей. Ни вы, ни Настя не ответили на мой вопрос. Почему француженка с 13 лет трахается по 3 раза в неделю со своим мальчиком и ходит все равно в майке, джинсах, кроссовках и с рюкзачком на спине и не выпендривается? Это упущение воспитания. Во Франции такая тема, как секс, она, извините, чуть ли не с детского сада в голове у детей. Да. У нас в школах нету элементарного воспитания. Я сейчас не говорю про сексуальное воспитание. Да. Я о том, что потеря в целом нравственности у нации. Когда у нас девочки в возрасте 19 лет с пивом, сигаретами, с всевозможными химическими коктейлями, да, ходят у меня по парку, вот здесь вот, где я живу, и воспитывают маленьких детей. У нее маленький ребенок. Елисей, спасибо, который... давайте еще кого-то успеем. 47 минут, нам надо еще. Слушайте, ну нет ответа, нет ответа. Почему тягость к непристойности именно? Именно тяга к непристойности. В этом же вопрос. В этом же вопрос. Алло, здравствуйте. Именно тяга к непристойности. У русской девочки тяга к непристойности. Это такая своеобразная трансформация. Алло, здравствуйте, да. Алло, здравствуйте, это Василий. Я Василий. Вот по поводу девочек, да, хотел высказаться. Пожалуйста. Мне кажется, что просто у них нет в семье мужика, отца, который это все запрещает. У меня в семье, вот у меня дочка, если бы я такое видел, дочка, мама, жена, неважно, я бы просто палкой по голове ударил бы. Подождите. Не только, дело же не только в непристойностях. Они идут в свадебные салоны, чтобы взять там платье вот это вот как можно более пышное. Даже фату одевают на выпускной. Вы бы запретили своей дочери свадебное платье одеть? Ну, наверное, да. Запретил. А почему? Оно же, в общем, не непристойно. Они все равно, относятся... Они, нет, подождите. У них в голове, в меру культуры, у девочек, в меру культуры, все равно это какая-то их презентация. То есть IPO такое, IPO, да? Да, брачное аресталище. Они брачное аресталище. Они выходят на брачное аресталище. Это единственный смысл вообще. Выхода. Алло, здравствуйте. Свет, да. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Да, здравствуйте. Можно сказать так, что мы все проходили, собственно, 90-е, да? Угу. И помним, что с женским контингентом, в принципе, творилось тогда. Сколько было на Тверской, сколько было дальше. И, в принципе, в общем разврате, так сказать, ну, социальном. Да. А, собственно, средства массовой информации и так далее, показывают, что можно это и можно то. Моральных принципов, в принципе, нет. Ну что, ну подождите. Но вы же видите Голливуд. Почему американские девочки этого не делают? Там есть стопы, которые стоят, там же такое трансформация пуританского общества. Там все делают. Но тем не менее, говорят, что вот это табу. Ну это да, ну обществе да. Табу, то есть в обществе больше к личности. В обществе больше неразрушенных табу. В обществе больше неразрушенных табу и больше возможности коммуницировать, обсуждая, что с нами происходит. 788-107-0. Еще успеем. Еще, я думаю, 2 звонка успеем. А лучше мы обзор трафика немножечко подрежем. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва. Вы знаете, у меня... Слушайте, заметили, Александр, смешная история, что проблемы девочек обсуждают в основном мужчины за 30 или около 30. Да, ну, естественно, потому что мы, во-первых, отцы, а во-вторых, мы же на них смотрим. Ну да. Я считаю, все очень просто. Завышенная планка у девочек подрастающих, они хотят сразу много всего. Они не готовы выходить замуж за лейтенантов, чтобы становиться женами генералов, понимаете? Вот. И отсюда, за неимением каких-то особенностей, которые помогут выдвинуться в самом начале, вот отсюда вот эта броскость, желание быть блестящим, одеваться во что-то вот такое, что быстро привлечет к тебе внимание. То есть, по существу, желание себя предлагать. Ну, возможно, и так. А почему вы думаете, что они не готовы встречаться с лейтенантами? У меня ощущение, я смотрю сейчас на эти все фотографии, выпускной вечер, да, все, вижу этих девочек, и я очень хорошо себе представляю, как они идут и встречаются с мальчиком из своего же класса, или там из параллельного, или на год старше, которому в армию и так далее. Почему нет? Вы думаете, они все олигархов ищут? Да нет, конечно. Может быть, и не все, единиц. Но у нас по статистике, вы же помните, что на 10 девчонок 9, а сейчас, наверное, 8, с учетом всего остального, и еще меньше, и поэтому... Да. У мужчин, наверное, есть возможность выбирать в некоторой степени. Да. Да пусть ходят, отстаньте от девок, говорит мне 74-й. Нет, поймите, я спрашиваю, я же не пристаю к девкам, эй, ку-ку. Я не говорю, что давайте нет, а я говорю, давайте исследуем это. Мы это исследуем. Сейчас валом покупают девочки на выпускной наряды в секс-шопах. А некоторые в брачных салонах, они хотят явиться невестами на выпускной. Это значит, что они себя предлагают, понимаете? То есть это концептуально, они себя предлагают. Вот и все, это брачное аресталище по существу, понимаете? И я хочу найти культурологическое отличие русской девочки, которая себя предлагает. Русской девочке, которая себя предлагает, да? Вероятно, может быть, даже девственница. Может быть такое, что она девственница? Ну, конечно. Да, таких много. Девственницы с горящей кожей между ног. Там пожар, огонь. Горит между ног, на коже горит пожар. Понятно, да? Но она девственница. Сравните ее с европейской девочкой, которая с 13-14 лет трахается систематически со своим мальчиком и ходит с рюкзачком в джинсиках, белых кроссовочках и белой маечке. Понятно, да? Вот сравните мне нашу горящую кожу между ног, вот эту, идущую. И сравните меня, пожалуйста, со скромной француженкой. Или немкой. Которая вообще для нее вообще никакой новости в этом нет, совершенно спокойно. Понятно, да? Она идет в маечке. Нет, немка любит раздеваться. Немке надо отдать должное, немка любит раздеваться. Маленькая немка еще не любит, как подросшая немка. Немка ближе к 30 любит раздеваться уже. Ей уже невозможно снести одежду, она просто смахивается. Ладно, хорошо. Это культурологическое исследование, товарищи. Я по пылкости ваших звонков вижу, что вы хотите его продолжить. Давайте продолжим, но не сегодня. Несколько позже, когда вот, собственно, будет выпускной. Договорились? Погнали. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Так, стоит Лосиный остров перед Ярославкой, и чтобы вы знали, он стоит до самой Ленинградки практически. Там ДТП какое-то чудовищное и так далее. Значит, и также от Волоколамки до Ленинградки стоит внутренний МКАД, и внутренний МКАД стоит от Капотни до Варшавки почти. Почти. Варшавка плохо въезжает, и Новая Рига плохо въезжает. Ну, понятно, что в Химках, как всегда, стояк. 788-107-0 в движении. 788-107-0 в движении. Где едете? Что видите? Расскажите о движении в Москве. Движение в Москве. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро, Сергей, Настя. Рязанку вообще расстраивает очень сильно. Рязанка что там? Просто невозможно ехать. Во-первых, авария у города по направлению в область, но она не мешает ехать в центр. А в центр очень долго сегодня, ну, совсем долго. Спасибо. 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро, Андрей. На реке пробка начинается не от БП, а уже от супермаркета Хофф.
Да? А какой хоф? А что за хоф? Кика, что ли? Азбука вкуса где? Кика, что ли? Мы всегда говорим от Кики. Давайте вы будете говорить от Кики. Мы усвоим одно и тот же понятийный ряд. От Кики уже стоит новая рига, ребят. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю. Доброе утро. Люблинская стоит. Люблинская стоит, а вы чё? Я тоже стою. Бедненько. Хорошего дня вам, счастливо. Бедненько такое. Ну правда, 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Эх, ку-ку, 788. Ну и чё? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Доброе утро, по движению, по поводу Рязанки. Да. В центр сейчас еще хуже станет авария, в центре два ряда будут заняты. А где авария, скажите, пожалуйста, где? В районе железнодорожного, с пересечения с кольцом железнодорожным. Там девушка решила окраситься в желтый цвет, столкнувшись с трактором. А какая она умница. Девушка догнала трактор. Ребят, это не каждый день случается, ребят. Ведь не каждая девушка догнала. Убегал. Не каждая. У трактора была скорость 29 километров в час. Несмотря на эту оглушительную скорость, девушка сумела его догнать. Она зажмурилась и впердолилась в трактор. Спорт. Девять часов 4 минуты, четверг, 24 мая. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это русская служба новостей. Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте. Мелкая авария на пересечении Плеханова и Энтузиастов. Бесит. Бесит, Михаил говорит. Сделаю дороги в Москве со скидкой 30%, предлагает 68-й. Почему МКАД не 40 полос? Места, что ли, нету, говорит 18-й. Менты стоят на рельсах в Строгине для того, чтобы их объехали и поехали дальше. Ни одного протокола нет. БМВ 508 даже не остановилась. А, менты стоят на рельсах в Строгине и показывают, что сюда ехать не надо. Но протоколы не оформляют. Люди просто их объезжают и снова заезжают на рельсы и снова едут дальше. После девушки на тракторе Рязанка летит. Пишет 40-й. Только что на улице Угличская случилась драка между владельцем Ауди и Мерседеса. Кольца победили, пишет Сид. А знаешь почему? А почему? Потому что на Мерседесе более возрастной человек должен ездить. Да? Ну, конечно. Ну, так он же и потяжелее, может быть. Тут, знаете, такое дело все-таки. И тяжелее в том смысле, что он гасит в сале. Удары в сало. Ну, может быть, удары, да, уходят в сало. Удары идут в сало. В сало. Влад, ты из-под него не выберется. А на кольцах на Ауди ездит человек, который еще не врубился. Ему еще надлежит. Он еще не врубился, что это Volkswagen, тогда лучше купить Volkswagen. Тогда реально лучше купить Volkswagen. Серьезно, чем Audi? Почему это? Я тебе потом пошепчу. Почему? Потому что это то же самое. Потому что это то же самое, мама. Обслуживание, да. Но Audi бывает венгерская машина, например, Q7 венгерская машина. Ты знаешь, что это венгерская машина? Нет, вот первый раз слышу. Ну и нахрена тебе венгерская машина? Совершенно не надо. Я тебя спрашиваю, как совестливого человека. Купи немецкую, Volkswagen нормальный. Но я не говорю, только Volkswagen бывает польский тоже, но это важно. И еще калужский Еще калужский, бразильский. Да, конечно. Ну вот. Нет, ну правда. А Mercedes, это значит, все-таки здесь у нас немецкая машина в России. В России немецкая. В Америке мексиканская. А в России это немецкая или американская эмалки. Ну вот. Хорошо. Каширка центра умерла, как все прилегающие улицы. Евгений. В Измайлове на Первомайке в районе 3-й парковой полная Джигурда. В Одинцове, как всегда, все плохо. Это 38-й. Авария, может, и мелкая, а Плеханова стоит от зеленого 40 метров за 40 минут, рассказывает 93-й. А как же ТТ? Ну да. Но если ТТ, тогда Порше. Эй,
А если ТТ, то тогда Порше. Ну и все. Хорошо. Почему МКАД не 40 полос? Это уже было. После вчерашних массовых падений мотоциклистов сегодня в Тушине ДПС тормозит и проверяет всех байкеров. Всех. На предмет чего? Двухколесные в Тушине. Будьте осторожны. Вчера сильно падали мотоциклисты, сегодня их всюду тормозят. Ну вот. Слушай, мне пришлось убегать от милиции. Рассказать? Да, как? Два слова, хорошо. Слышишь? Два слова, я тебя отвлеку. Два слова. Я еду на моцеле по лесу. Как честный человек, по степи, по лесу, там, ныряю, так далее, так далее. Ужасные ухабы, грузовики в лесу, представляешь, что натворили? И я вот в этой всей мерзоте несусь, да? Ну что, снесусь, вторая передача, нормально, потому что там скорость какая, ужас. Вот, значит, и выезжаю, мне надо чуточку проехать по Новой Риге. Ну, капельку, я тебе объясняю, 100 метров, ну, хорошо 200, ну, хорошо километр, но не, мне чуть-чуть надо проехать по Новой Риге, ты понимаешь, нет? Да. Чтобы нырнуть в новый лес. Так. Потому что из одного леса в другой, там, построили дорогу, я не виноват. Я дитя природы, я как лось. Я вынужден выйти на Новую Ригу. И я выезжаю на Новую Ригу, чуть-чуть капельку проехать. И менты такие меня ждут, такие двое. Ха-ха, два такие выходят из машины. Они прям меня видят. И прям вот так вот, знаешь, как это... Ну вот каравай хлеба держит с полотенцем, прям ждут меня. И вы их. И я. Видите. И я их вижу. И я останавливаюсь, а там сужение, как раз сейчас там мост ремонтируют. И я, значит, выключаю моцель свой, ну у меня все-таки это же эндурик. Я его волоком разворачиваю. Так. И в противоположном направлении, против шерсти, бегом в руках, бегом в руках. Потом на противоположку. Бегом в руках. Как раз в самом узком месте Новой Риги. Слушай, в самом узком месте, где ремонт. Потом рукой машу, чтобы меня пропустили. Потом на ремонтный мост. Потом там по газам как врезал и ушел в свой лес. Чего вы боялись-то? Чтобы ну зачем мне с ними объясняться? Послушай меня. Мой мотоцикл запрещен к использованию на... мой мотоцикл запрещен для использования на дорогах общего пользования. А я выехал на дорогу общего пользования. Конечно, он спортивный. А я выехал на дорогу общего пользования. Но мне надо чуть-чуть. Ну, я как лось, я как вепрь дикий, я вышел из лесу, потому что они построили эти дороги, люди. Конечно, нельзя так проехать, чтобы не подавить. Люди построили дороги, мы не можем из леса в лес перейти, мы, дикие звери, не можем перейти из леса в лес, я дикий зверь, я должен перейти в другой лес. А как я перейду, если я... Понимаешь, нет? Да. Все, хорошо, через минуту вернемся к серьезным темам. Подъем. Сергеем Доренко на РСН. 9:11, Аношка рассказывает нам про арест русских байкеров в Ираке. Русских байкеров арестовали в Ираке, их задержали, и, кажется, им грозят тюрьмой. Кажется, консульство не вмешивается. Вот уже двое суток, прошло двое суток, как пропали ребята. Расскажи мне, пожалуйста, консульство, подробнее об этом. Да. Консульство в курсе, с одной стороны. Ну так что, ну расскажи, расскажи. И вот вам такая информация 22 числа была. Давай. Со слов консула. Сегодня 24-е, напомню. Двое суток, как пропали наши ребята в Ираке. Да. Двое дерзких. Мотоциклисты в основном дерзкие. Поехали туда в туристическую поездку. Четверо? Четверо. Почему я считаю про двух? Потому что у нас есть телефон родственника, двоих из них. Понятно. Там дядя и племянник, соответственно. Понятно. Из них двое родственники. Капкаев Олег, Варданянц Александр, да. Максимов Олег, Игнатьев Максим. Ребята попали там в... Да. Их содержат в тюрьме на территории военной базы. Смотрите, история какая. Ребята остановили еще в Курдистане. Они поехали в Турцию из Ирана. И вот они проложили маршрут, решили проехать. Из Ирана. Из Ирана в Турцию. У них такой мототуризм. Они решили сделать пробег. Да. И вот что случилось. Заходят на территорию Ирака. Еще в Курдистане. Да. И это со слов вице-консула. И там, в Курдистане, что-то с документами сказали, что у них неправильно оформлено. Сказали, что виз не было, как будто бы. Это вице-консул говорит своему приятелю здесь, в Москве. Там их предупредили в Курдистане, что в Ирак оставаться и покататься лучше не надо. Лучше из Курдистана не выезжать. Они проигнорировали запрет, со слов вице-консула. И пошли? И в стране с практически военным положением не поверили, что второй раз попадут к полицейским и поехали дальше. Ну, Курдистан, это же внимание, то есть им по существу сказали, вернитесь, ребята, назад в Иран. В Курдистане, как бы, да, в Курдистане сказали, либо по территории Курдистана езжайте, либо возвращайтесь, либо, ну, в общем, без того, чтобы в остальную часть Ирака. То есть они сказали, тут с курдами вы дела наладили, но в Ираке как бы очень разные люди, не ездите никуда больше. А все поехали дальше. Они ломанулись на юг, в Багдад. И, как понял вот этот вот собеседник вице-консула, как он понял, в Багдаде их опять повязали, это я вот цитирую речь, да,
Так написано. И теперь отвезли для выяснения обстоятельств. Мест таких полно. И как только убедятся, что они не террористы, должны отпустить. Это 22 числа вице-консул своему знакомому говорил по телефону. Консул, да. который с ним разговаривал, да. с ним, с вице-консулом, уже также подтвердил, что связывался с ними, но сейчас они на связь пока не выходят. Кто с кем не выходит? Вы знаете что-то о наших ребятах в Ираке? Вот человек звонит. Да, здравствуйте, да. Вы знаете что-то о них? Да. Нет. Нет, а сейчас да. последняя информация. Значит, у них забрали все телефоны, но какой-то телефон у кого-то остался, они его держат выключенным и иногда сами отправляют СМС родственникам. Так вот, последняя СМС-ка пришла, что их обвиняют в шпионаже, и им грозит смертная казнь. Грозит смертная казнь, обвинение в шпионаже. И четверо, лично, никто из четверо русских мотоциклистов. Алло, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Вы знаете об этой истории что-то подробнее? Да вот только от вас услышал по радио. Да. Тогда давайте мы все-таки... Настя, давай мне телефон. Куда? Давай. Че? Где твои телефоны? Где? Телефон что? Сейчас даю. Ну что? Смотрите, ты же не даешь. Как это? Вот. Где? Пожалуйста. Ну давай. Не-не-не, вот, да, напиши мне сюда на бумажке. Давайте. Как честный человек, я не могу так. Смотрите, давай. В чем история. Почему? Потому что под стороны, большими консул... цифрами, большими цифрами. Как если бы я был слепой, это вообще с не для меня. С одной стороны, консул ведет переговоры какие-то и связывается с военными. Пиши. Но никакой правовой поддержки нашим вот этим четырем. Пиши. С ними никто не встречался, и в этом как бы вопрос. И с одной стороны, консулу пообещали, что их выпустят. А сейчас выясняется, что их не выпускают, а просто хотят их там казнить где-то. И родственники волнуются, и все волнуются. Скажи мне, это цифра 2 или 8? Ты несколько раз... 2. Да. Окей, это цифра 2. Давайте я буду вам теперь объяснять. Сейчас плюс 7 она написала. Это из понтов. Вот так, 926 достаточно. Я всегда так пишу. Неважно, 926 достаточно. Ты всего в телефоне пишешь, 926. А это цифра 2. Настя ее так пишет, 2. Да. Вот. При этом, когда... Угу. Кому мы звоним, скажи мне, пожалуйста. Мы звоним Евгению, брату и одновременно дяде... Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, это вы? Да, Евгений, это я. Евгений, расскажите нам, пожалуйста, мы звоним с радио. Меня зовут Сергей, я Сергей Доренко, и Настя Аношко здесь с нами. Она взяла ваш телефон, как-то получила. Я не вникал в это дело. Так слушайте, вы брат кого из четверых мотоциклистов? Я брат Александра Варданянца, и Максим Игнатьев, это мой племянник, то есть это родной его сын Александр Варданянца. Скажите, пожалуйста, что последнее вы знаете о наших ребятах? Значит, последнее, пришла ночью смс-ка в 3 часа ночи, в 3 с чем-то, о том, что СОС нас пытаются, значит, все, ситуация изменилась, нам пытаются шить шпионаж, шьют, что якобы поддельные визы, и хотят, значит, как устроить там вот эту вот статью, то, что вот я написал. Шпионаж и смертная казнь. Да, что вы в 3 часа ночи получили эту информацию? Скажите, эту пожалуйста. СМС-ку да. получил не я. Значит, у них Олег, он имеет связь, он присылает смс-ки, они там где-то спрятаны. Олег телефон. Капкаев, один из четверых. Олег да. Капкаев, да. Олег Капкаев, да, его партнер в Питере, да. он как-то получает эти смс-ки, то есть Олег где-то там спрятал телефон и изредка их шлет, дозвониться до него, к сожалению, нельзя и так да. далее. Да. Вот, и Иван пересылает нам все эти смс-ки как может. Тому, скажите, вы каким-то телефон. Образом дальше, вот, кроме нас с вами, кто знает об этом, сейчас еще и все слушатели, но МИД русский, какие-то да. органы, да, да. Вчера была информация по Первому каналу и даже, по-моему, по НТВ, что якобы все в порядке, что МИД работает, что их вчера в 5 часов должны были отпустить. Но вот ничего не произошло. Что может быть? Может быть, что арабы просто набивают цену, шантажируют? Может быть такое? К сожалению, мы ничего не знаем. Да? В 6 часов вечера посол, который находится в нашем посол Российской Федерации, да. в Ираке перестал отвечать на телефонные звонки. То есть мы никакой информации не имеем. Последняя информация, которая была официальная, что, ребят, не волнуйтесь, в 5 часов их привезут к нам. Скажите, ничего себе, не волнуйтесь, а их сейчас в шпионаже обвиняют. Скажите да. нам, пожалуйста, два слова о самих этих людях, об этих четверых. Они, что они, кто они, где они работают? Они путешественники. Вообще, они, вот я... Напомню слушателям, в Ираке арестованы четверо русских мотоциклистов, но хуже. Сегодня ночью в 3 часа ночи они сообщили, нашли способ сообщить, что им шьют дело о шпионаже и грозит смертная казнь. Русское консульство занималось вчера, но это вновь открывшиеся обстоятельства. Да, прошу, кто они?
Значит, вот Олег и Александр, они бизнесмены. Один работает в Санкт-Петербурге. Я, честно говоря, не знаю, какой у него бизнес, не буду обманывать. Да. У Александра он занимается постматериалами, ну, то есть, грубо говоря, рекламный бизнес, производство да. рекламы. А Максим его сын и помогает ему в этом деле. Да. А третьего человека, к сожалению, я... знаю только понаслышке, ничего о нем сказать не могу. Да. Они путешественники, много путешествуют, ездили в Гоби, ездили по России очень много, скажите, ездили по миру. Вот тут это... на форуме в обсуждениях вот BMW Club говорят, что ну а что же они документы не сделали, зачем на свою вроде как голову? Нет, я не думаю, что они, я не Нет? думаю, что мы, я не думаю, что мы имеем дело с идиотами. Все там было, наверное. Да, они все документы, конечно, сделали. Делали, у них конечно. В планах еще было большое путешествие. И те страны, которые им не дали визы, они, конечно, не поехали. То есть все визы они получали здесь, в Москве, официально. Да, да. Да, таким образом, там идет какой-то шантаж со стороны арабов. И, но курды их, тем не менее, предупреждали. Курды говорили о том, что у них плохо с какими-то бумагами. Курды да, какие-то там были переговоры, да. Но вот, ну, понимаете, да, мы здесь, они там. Я ничего не могу прокомментировать, что они там решили, почему они так поступили, что произошло. Вот. К сожалению. Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Давайте мы будем связываться с вами время от времени, чтобы уточнять ситуацию спасибо и делать вам. Ее достоянием гласности. Да. Спасибо большое. Спасибо, большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, полное имя. Ты знаешь человека, с которым мы говорили вдобавок? Ну, давай, говори. С кем, полный, с кем мы сейчас говорили? Быстро говори. Евгений. Евгений. Он брат Александра Варданянца. Да, и дядя, соответственно. Дядя, вот Максим. Максима. Да, 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 да. Значит, он родственник двух из четырех задержанных мотоциклистов. Четыре мотоциклиста схвачены и помещены на территорию военной базы, в тюрьму на территорию военной базы иракской армии, насколько я понимаю, иракской. Да, 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 иракской. Иракской армии в Багдаде. Их обвиняют в шпионаже и грозят казнить. Им грозит смертная казнь. Через минуту обсудим, погнали. Подъем. Каков должен быть алгоритм спасения наших ребят? Четверо русских мотоциклистов были арестованы в Ираке. Они содержатся на территории тюрьмы воинской части одного из гарнизонов военной базы. Есть даже координаты. Есть координаты. Этой базы, можно Алло, здравствуйте, их засекли. Да, да, здравствуйте. День добрый. Да, каковы должны быть алгоритмы спасения? Сергей, вот про алгоритмы спасения трудно сказать. Вот вы помните, наверняка, вы же сам байкер, как бы... В интернете есть такая история, когда российский байкер поехал, его где-то там тоже на границе с Ираном, ну не помню, тоже находились какие-то люди, которые говорили, что туда нельзя, туда нельзя, там тебя там убьют и так далее. Вот всегда находятся такие же курды, которые предупреждают, ну тысячи байкеров путешествуют как бы... Они справили странам. Документы. Послушайте, это взрослые мужчины, половозрелые, конечно, которые ну, справили все документы. Это нормально. Ну... Нет, конечно, все документы однозначно да. они сделали, они не идиоты. Ну, конечно. Да, и плюс еще вот все вот эти вот послы, которые там, послы, консулы. Да. Вы же понимаете, это же там один бизнес у них. То есть, да, они, да. Деньги-то они все вместе пилят там, вместе с этими. Да, 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 да. Я по поводу своего байкерства, я хотел точное, абсолютное еще раз уточнение. У меня dirt bike. Я занимаюсь трофи. По существу, я предрасположен лазить по болотам на байке. У меня CRF 450R Honda. Это спортивная машина, я не выезжаю на ней на улице. Спасибо. Не важно, сразу байкер. Да, 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 да. CRF 450R. 788-107. Слушайте, ну они нормальные ребята. У них BMW оборудованные, видно, что они готовились к экспедиции. Это не шап-шарап-контора. Это серьезно готовившиеся к экспедиции люди. Я абсолютно убежден. Ждешь, что они правильно делали бумаги. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я руковожу группой компаний, которая много лет работает в Ираке, сейчас я заработаю. Я знаю там ситуацию. Там, значит, скажите нам, пожалуйста, да. Я могу просто предположить, почему это произошло. Я согласен, что люди не глупые. Просто да. Есть Ирак большой, а есть северная часть, которую мы называем Курдистан. Да. Она де-факто уже много лет автономия широкими полномочиями. Да. И курды сейчас занимают такую, ну, ведущие позиции. Президент всего Ирака курд. И, в общем, у них хорошие экономические позиции. Да. Вот. И у них давно действует совершенно другой порядок. Если ты заезжаешь через Турцию или залетаешь, ну, в Арбиль и в Сулейманию, да. вот, то
если тебя там, у тебя есть приглашение, ну, от местных там компаний, там, не знаю, там, турфирм, да. Или тебя просто встречает твой компаньон, или, допустим, как у нас там представительство в Шульмане, да. Он тебя встречает прямо на паспортном контроле, вот, вручает это приглашение. Тебе ставят штампуху, значит, этот штамп действует как виза. Ну, как, допустим, там где-то там в Иордании, там куда там. Все, я понял, все, я понял, да. Но, большой враг, вот туда, за Киркук, в сторону Багдада, ехать нельзя, потому что арабы, во-первых, не признают вот этих. То есть, ну, для того, чтобы ехать за пределы Курдистана, весь Ирак, нужно получать визу здесь. Я думаю, что, скорее всего, они получили вот это приглашение от курдов. От курдов, да. И курды их не просто предупреждали. Сергей, простите, я именно дам эту справку. Настя говорила, что их курды предупреждали, что лучше из Курдистана не выезжать. Конечно, потому что, ну, это точно так. Мы там работаем много лет. Вот. Да. Ехали, хорошо, а теперь курды. Давайте теперь спасать. Спасать, значит, я вам хочу вот просто немножко успокоить родных. Значит, всех слушателей, да. Значит, во-первых, раз они на базе, значит, это, скорее всего, полицейская база, да. Вот, это официальная полиция. То, что, значит, их стращают шпионажем, это обычные арабские штучки. Это арабские панты, то есть они загибают сразу по максимуму, да. Чтобы тебя шантажировать, да. У нас очень мощный, значит, консульский департамент, вот в части арабской. Ага. И там сейчас в Ираке находится один из наших самых опытных консулов, он, правда, значит, он был в Эрбиле как раз, в Курдистане. Да. Вот полгода назад, значит, его перевели, открыли генконсульство, ну, в связи с тем, что там наши эти лукойлицы сейчас, да. Там в Басре. Вадим Гараев, это такой, значит, один из самых опытных консулов, который прошел там через всякие горячие точки. Вагиф Гараев. Ему надо искать, ему будем пытаться звонить. Я уверен, вы его можете найти на Мидовском этом. Да нет, мы попробуем ему позвонить. Вагиф Гараев, понял? Вагиф Гараев, если вы найдете, я через час могу вам дать его телефон. Круто. Дайте его пишу. Вот, я думаю, что он уже пашет по этому поводу, думаю, что ребята освободят. Но... Тогда скажите, Сергей, вопрос. Скажите, а мы должны, вот все-таки, то, что он говорил, давайте их вчера говорил, в 5 их выпустят, но давайте об этом не болтать, это значит, что у него есть какие-то закулисные способы, да? Конечно. Значит, дай, как арабы говорят, особенно иракцы. Да. Значит, когда с ними о чем-то договариваешься, это он тебе говорит, букра. Или бачер, вот. Ну, букра. Букра — это в буквальном переводе, если по разговорнику, то это означает завтра. На их языке это означает не завтра, то есть буквально это, ну, означает завтра. А по их понятиям это означает, что не сегодня точно. Не сегодня, но это не значит, что завтра. То, что они обещали сегодня их освободить, это не значит, что сегодня освободят. Но освободят. Да. Это я приводил вам, помните фразу, не знаю, это фразу, которую в Анголе говорят всегда на любое дело. А маня о мельор сегунда фейра. Это значит завтра, ну а лучше, конечно, в понедельник. Совершенно верно. Да. У Ирака это то же самое. То же самое. Я понял. Спасибо, Сергей, за справку. Мы вам перезвоним. Если мы не найдем Вагифа Гараева сами, мы перезвоним Сергею, значит, и он даст нам телефон Вагифа Гараева, консула там. Вероятно, у него какой-нибудь мобильный есть или что-нибудь в этом роде. И мы попробуем связаться. Ну так что, Настя, верить в то, что вот закулисно как-то спасут? Или шумиху поднимать, авианосцы посылать, бомбардировщики посылать? А я бы бомбардировщики посылал. Вот мы бы с Настей посылали. Посылали бы бомбардировщики. Народ, слушайте, арабы взяли 4 наших. Там опытные люди сидят. Они говорят, вот Сергей, который там ведет бизнес в Ираке, он говорит, да там Вагиф Гараев, говорит, их освободит, ребят, говорит, спокойно, не мешайте. А Настя говорит, посылать бомбардировщики. И мне хочется послать бомбардировщики. Вот вы бы как действовали с арабами? 916-5581. Вы бы, как мы с Настей, послали бы бомбардировщики, авианосцы и врезали бы хорошенечко этому отребью. 916-5581. А нет, вы бы все-таки вот лучше по-хитрому, там все-таки, ну, там надо знать, ну, надо способ знать. 916-5582, а может и оба способа. Нет, два телефона и два голосования, у нас новости, после новостей скажу вам результат, погнали. Русская служба новостей. Русновости.ру. Подъем. Подъем с Сергеем Доренко. На русской службе новостей. Обзор
печати. Обзор печати Анастасия Аношко, но прежде результат голосования. Настя, секундочку, смотри. Значит, 70,1% отправить бомбардировщики. 70,1% да, 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 давить гадов. 70,1%. 29,9% нет, дать похитрить нашему консульству. Оно знает способ. 29,9%. Обязательно бомбить, а на снарядах нарисовать БМВ. Просит Смирнов, 50-й. Бомбу со спорами сифилиса на них скинуть надо, 23-й. Не сметь бомбить Багдад. Лучше давайте долбанем по Тбилиси, раз арабы украли наших мотоциклистов. Говорит 51-й. Лучше послать ракеты, 92-й. Ну где же Саша Хирург со своими и его связи с первыми лицами? Пора собраться у МИДа, пишет 78-й. Ну зачем вы арабов злите, 777-й? Плутоний тонким слоем по всей стране, 32-й. Только бомбардировщики, 03-й. Саша Хирург, так. А что, у нас есть авианосцы? Ха-ха, пишет 60-й. Мы можем послать американские. А 812 МР-97 с мигалкой чешет по встречке на Ижорской улице, скотина, 67-й. Бомбардировщики, пишет В. Ну и так далее. А вы думаете, они действительно не из спецслужб? А какая вам разница? А какая вам разница? Тем более мы должны... А тем более, если это наши офицеры. А они не офицеры. Но если бы это были наши офицеры, да тем более. Я не понял. Если арабы поймали наших офицеров или не офицеров, и вы такие, а вдруг они правда шпионят? Ну и правильно делают, что шпионят. И правильно делают. Они не шпионят, эти конкретные. Но если бы это были офицеры... Мы не знаем. Если бы это были офицеры, то тем более надо давить Багдад. Вы что, ребят? Вы что, у вас голова... Вы потрогайте и температурку померите, а? Отправить воинский контингент к космическую группу. Ну ладно, хорошо, все, это прекрасно, мы меняем тему, а именно мы переходим к обзору печати. Да. Можешь перебрать у меня две минуты тогда? Давай, перебирай. Ну хорошо, давай, смотрите, пожалуйста, во-первых, пожалуйста. Русские репортеры продолжают правительство все рассматривать. Новый номер русского репортера уже сейчас в продаже, а правительство второго эшелона, так называется статья заглавная, смогут ли исполнительные чиновники-технократы стать сильными министрами? Аналитика от русского репортера, и еще тут, как обычный, есть культурный раздел, значит, на Каннском фестивале представлен фильм итальянский «Бегство в реалити», есть такой фильм «Реалити», где простой неаполитанский торговец рыбой, отец счастливой многодетной семьи, принимает предложение родственников принять участие в кастинге на телешоу «Большой брат» и потихоньку начинает сходить с ума. Фильм об этом, в общем, рекомендует сегодня русский репортер. Кроме того, по поводу вот этого нового кабинета министра и богатства и прочих всех вещей, в «Аргументах и фактах» ежегодный рейтинг самых богатых семей российских чиновников и депутатов опубликован. На первом месте, это все на основе обычных самых деклараций, которые они подают регулярно, на первом месте Владимир Груздев, губернатор Тульской области. У него самого доход, в общем, не очень большой, но поэтому-то и взяли семьи сразу с женами. Жена рекордсмен. Тут столько цифр в ее доходе, что я сейчас сходу с разбегу, наверное, не скажу. То есть это миллиарды или... Да, такая 18 миллиардов, что ли, рублей или миллионов. В общем, сложно сказать, но на первом месте из всех семья Груздевых, значит, на втором месте Григорий Аникеев, это депутат Государственной Думы. На третьем месте Сергей Петров, тоже депутат Государственной Думы. И тут еще сравнение с прошлым годом, как улучшилось или ухудшилось положение, даются сравнения. У Аникеева улучшилось, он один из рекордсменов на 1822, видимо, процента, что ли. И, значит, Медведев с Путиным тоже вошли в этот список, потому что они все-таки 1000 семей обсматривали, эти сотрудники «Аргументов и фактов». Владимир Путин на 469-м месте, а Дмитрий Медведев на 552-м. Кто интересуется поподробнее, можете посмотреть сегодня в «Аргументах и фактах». Значит, еще у нас, соответственно, есть московские новости, которые проверили, кто из новых наших министров присутствует в социальных сетях. В социальных сетях присутствует 2/3 министров. У вас есть счастливая возможность добавить их к себе. Друзья, особенно на Фейсбуке много, как выяснилось. Кроме
того, есть еще, посмотрели, значит, тоже доходы, декларация о доходах. Это, этим занимался у нас Коммерсант. Правительство пополнилось новыми миллионерами, называется статья. Министры предпочитают иномарки и земельные участки. Декларация о доходах и имуществе новых членов правительства показывает, что финансовые дела у них шли неплохо все время. Самый низкий доход оказался у кого? У министра МВД Владимира Колокольцева, который сегодня, кстати, дает интервью в «Известиях». Ну, интервью, надо сказать, никаких таких, может быть, совсем прорывных новых вещей не дало нам, к сожалению. И фактически это повторение тех слов, которые когда-то произносил Нургалиев о том, что доверие населению очень важно. И вот, конечно, вся работа, вся любая самая лучшая, честная работа совершенно идет на смарку, если хотя бы один в рядах есть человек, который совершает преступление, что это несправедливо и так далее. Можете посмотреть в «Известиях». Итак, Владимир Колокольцев один из самых бедных министров, то есть самый бедный из всех новых министров, которых назначили. Есть и рекордсмены. Рекордсмен по доходу ходом. Это министр по связям с открытым правительством Михаил Абызов. Но он известный миллионер, олигарх, поэтому это, в общем-то, и не странно. Он заработал в разы больше всех своих коллег и входит в сотню Forbes. Как показали декларации, новые члены правительства, так же, как и старые, отличаются любовью к зарубежной недвижимости и автомобилям класса люкс. Некоторые предпочитают автомобилям мотоциклы. В общем, более подробно смотрите в «Коммерсанте». Есть еще в «Московском комсомольце» статья. ГИБДД закует в браслеты каждого пешехода. Предлагают ввести обязательное ношение световозвращающих аксессуаров пешеходам. И подробнее в МК об этом. И на последний звонок с погремушкой московские выпускники покупают наряды в секс-шопах и свадебных салонах. Советская форма, красные ленты и колокольчики – это экзотические по нынешним временам атрибуты последнего звонка. Остаются неизменными они уже много лет, но постоянно растет количество девушек, которые ищут именно в свадебных салонах платье, либо вот в магазин для взрослых. Об этом подробнее на сайте mk.ru. Это был обзор прессы с Анастасией Ножко. Подъем. Сергеем Доренко. На РСН. Медведев у ковбоев. Ты видела это, да? Ты видела это? Я смотрю везде на эту лошадь, я не пойму, это русский рысак или они привезли оттуда своих лошадей, потому что лошадь под седлом ковбойским, а там другая манера езды, лошади по-другому обучены. То есть мы целиком импортировали, целиком взяли ковбоев, целиком взяли их лошадей, упряжь, уздечки, все, вообще все, вообще все. Видишь, да? Испанское седло. Они ездят в испанских. У меня шляпа ковбойские. Они ездят в испанских седлах. Это все не наше. Все не наше. Вот все. Да. Смотри, я хожу как дурак в майках, а они ходят в клетчатых рубашках, как приличные люди. Понятно, да? У них все очень строго. Из Айдаха. Человек там. Айдахо. Джордж. Да, Джордж. Айдахо. Третий раз ее поправляют. Да что же за человек-то, а? Кол на голове тиши. Слушай. Мой личный штат. Айдахо, что ли, фильм, получается? Да. Послушай меня, значит, они оттуда. Они скот гоняют и с русскими общаются такими фразами. Смотри, они сказали, какие фразы они выучили по-русски. Открой ставни, закрыть двери. Вот, орегонец Сиджей, он сказал. Какие слова по-русски вы знаете, поинтересовался премьер Медведев. Он, Джордж сказал, чуть-чуть. А Сиджей сказал, открой ставни, закрыть двери. Вот, отличные ребята, сказал Дмитрий Медведев. Могли бы кто-нибудь другой выучить. Слышишь, Дмитрий Медведев сказал, отличные ребята. Вот это по-настоящему парашка, самовар. Надо еще выучить слова такие. А еще поди вон. Ну, когда парашка, самовар уже поставил. Да. Парашка, самовар. Да, Нюшка, самовар! Вот так тебе будет говорить американский ковбой. Где вы были, я вас спрашиваю. С 10 утра. С 8 до 11, не понимаю. С 8 до 11. Значит, слушай, а тут странная вещь. Медведев признает, что вообще в России вообще никогда не было животноводства мясного. И мы с удивлением... У нас, в принципе, животноводы. Эй, ку-ку, животноводы. У нас вообще никогда в России не было мясного животноводства. Как оказывается, с тех пор, как гуны ушли, А калмыки что? Джордж сраный ковбой, Жириновский говорил. А коровы наши, спрашивает 63-й. Нет, весь скот завозной. Весь скот завезли, а также завезли ковбоев, а русских оставили вот это, открыть двери, закрыть ставни. Вот так вот они говорят им все. И русские там, значит, это... Быстренько поджав попку, побежал. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Уважаемый Сергей. Я... Мне очень приятно слушать. Это не тост, папа. Потом позвони, пожалуйста, когда будут тосты. Сейчас пока не тост. 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей, у меня срочное есть. Я нашел документы, хотел об этом сообщить. Давайте. Пожалуйста, сейчас продиктую вам имена. Давайте. Значит, Сережечкин Игорь Анатольевич. Да. 63-го года рождения. Паспорт. И, Матвеева Анна Викторовна. 70-го года рождения. Тоже паспорт. Также имеется там пенсионное удостоверение. Понятно. К вам обратиться, да, Сережечкин и Матвеева. Вы слышите это сообщение? Тогда смс на плюс 7-925-101-107-0. Смс на плюс 7-925-101-107-0. И мы вас свяжем с человеком, и я вас, ваш телефон, в свою очередь, выписал 78-й. Спасибо. Документы нашел на 3-й парковой, 25. Спасибо, я ваш телефон выписал. Если ребята скинут нам смс-ку, мы вас свяжем. Поехали. Значит, слушайте меня, у вас вообще в жизни... Нет, а кто-нибудь... Дайте мне, черт бы задрал хоть одного животновода. Скотоводы! Скотоложцы! Скоты! Как надо говорить? Нет, скотоводы. Как правильно? Свиноводы. Свиноеды и так далее. Нет, свиноед это я. Свиноед это я, безусловно. Дайте мне скотовода. Скотовод. Алло, здравствуйте, вы скотовод. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы скотовод. Ну, я учился на животноводы, я как-то зооинженер. Ну, это круто, это годится. Слушайте, значит, президент говорит, что в России не было животноводства вот такого мясного никогда, в принципе, вообще. Я помню гуны, нет, я помню про гунов что-то было, они вроде скотоводничали. Да, они перегоняли скоты, скот. И все, конечно. Да. У нас было развито, у нас всегда было развито. Это было, черт так... Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Алексей, стоп, читаю вам. Кавычки открываются. В России никогда не было полноценного животноводства, запятая. По сути, отрасль создается с нуля, признал Дмитрий Медведев. Необходимо развивать мясное животноводство как подотрасль, снизить зависимость от... И так далее. То есть ее никогда не было. Да, такое ощущение, что после Советского Союза ее уже больше, ну, никогда не было. А в Советском Союзе была, то есть? Ну, в общем, да. Ну, была, конечно, больше мясо-молочное направление. То есть среднее направление было, чтобы было мясо и молоко. Хорошо, ну сравните, ну вы их специалист. Сравните наше животноводство и аргентинское. Сравните, ну все, мгновенно. Аргентинское – это мясное животноводство. Да. Это огромные пастбища. Да, и много Айдаха, крови, и много Айдаха. Много зерна, много зерна. И Айдаха тоже самое. Зерна, чтобы кормить коров на мясо. Айдаха тоже самое, Айдаха тоже самое. Значит, мы такое можем поставить, или это противоречит условиям нашего климата? Все это возможно. Почему возможно? У нас снег падает, у них нет. Они в Патагонии гоняют скот. И в Айдахо гоняют скот. У них там все время есть трава. Ну о чем вы говорите? Ну, может быть, у нас это невозможно. У нас есть точно такие же условия. В Ставрополе. Где? В Ставрополе. Ну, можно и в Ставрополе. Калмыцкая порода скота КРС, а это мясная порода, она дает молока. Я хочу спросить, это искусственно или нет? Вот выращивание такого скота, как в Айдахо, в России, здесь, где есть снега, где есть глубокие снега, где скот не может добывать траву из-под снега, это все искусственно, это надумано, или это можно делать? Это можно, но можно. Это надо просто соответствующие условия. Содержание больших комплексов. Пока мы с вами делимся. Андрей Анатольевич как-то очень странно говорит об этом, что это никогда не было. И как... Теперь, когда мы делимся, американцы будут делать все за нас. Понятно. Нас будут учить. С удовольствием. Все. Да, пусть все. Делают. Парашка, самовар! И все, да. И все. Потом. Да. А ночью на сеновал трусов не надевать. Команда. Приходи ночью на сеновал трусов не надевать. Все. И все. Правильно? Да, да. Все они будут за нас делать, понятно? А потом война между севером и югом. Какая? За освобождение тех, кто не знал. Извините. Ладно, двигаемся дальше. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Лев, здравствуйте, Лев. Ну все ужасно, Лев? Ну, на самом деле... Скажите, что я вчера сказал, будем падать. Я сказал. Кто сказал? Кто сказал вчера, будем падать? Кто? Мы согласились, что есть такой вариант. А я сказал категорично, да. Да, ну действительно, рынок вас послушался. Да. Да ничего бы не вышло вчера, но по-настоящему день был гиблый. Ну что, ну так.
Ну, у нас, а почему все-таки гибли? Потому что у нас на вечерней сессии отскок буквально 1% по индексу РТС и да. по бумагам до 1.5-2% по всем тем, я которые так радостно падали. Сегодня я не могу с вами спорить вообще, потому что я забыл свой мобильник в автобусе, ну, в смысле, в машине. И я обезоружен. Я не знаю ни доллар, евро, ничего не знаю. А, ну, на самом деле, у нас доллар, евро сейчас 1.2572 уже. Еще фига! Ничего себе! Опять доллар дорожает за ночь. Да, да, на этом фоне, конечно, у нас, может быть, все-таки давление на рынок будет оказано. И нефть у нас 105,98 за баррель Брента. Да, еще упала нефть? Ну что, и мы еще... Мы будем падать. На текущий момент она немножко отскакивает, она была ниже. Вот, и, соответственно, ну, мы ждем все-таки открытия Европы и новостей, потому как после вчерашнего падения есть надежда все-таки, что... на каких-то, да. может быть, заявлениях у нас сформируют отскок быки, но он явно, конечно, не будет. Рублевич еще с копеек на 30-40 сегодня скаканет, да? Ну, может быть, и такой вариант. Да, да, да. Спасибо, Лев, спасибо, спасибо, Лев, спасибо. Это был Лев Быстров. Это хорошо или плохо? Кому хорошо? Мне хорошо, мне хорошо. А родине-то плохо. Почему родине плохо, если она сейчас хорошо? Подъем. Единая электронная торговая площадка. Госзакупки. Андрей Черногоров. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Как родина поживает? Как? Расскажите, пожалуйста. Родина раздает богатство. Давайте. Вот, в обмен на хорошие заказы. Давайте. Поставка книг в специализованную библиотеку в Москве на 1 800 000 рублей, 500 000 рублей. Да. Дальше строительство светофора в Москве на 3 миллиона рублей. Строительство конно-спортивного комплекса в Чувашии 156 миллионов рублей. Реконструкция площади Славы в Южно-Сахалинске на 147 миллионов рублей, прямо по Пелевину. Значит, поставка пожарной цистерны в МЧС на 27 миллионов рублей и поставка буксиров для Минобороны на 76 миллионов рублей. Вы имеете в виду площадь Славы из СНАФа, конечно, последнюю вот эту, да? Да. Спасибо вам огромное. Слушайте, меня больше всего впечатлил за 100 тысяч долларов светофор, который будет построен. Вот будет, Настя, ты не слышишь, Настя? Да. Настя, тебя уши замыли, ну, Настя. Нет, светофор построит, мать. За... Конечно. Слыхал про такой светофор? Мы уже, да, с вами даже выясняли. 100 тысяч долларов стоит. 100 тысяч долларов. Произведение ну, науки. Да, да, да. Круто, реконструировать там дороже, чем построить, я помню. Спасибо большое, Андрей. Это был Андрей Черногоров, Единая электронная торговая площадка. Мы движемся дальше. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Ты не понимаешь, что такое светофор? Я предлагаю нанять там. Там проводочков одних сколько? Он штук 5, елки. Там штук 5 проводочков в каждой воплеточке. Масса есть. Электрон есть. Электроны туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Как 100 тысяч за это не отдать? Объясни мне, пожалуйста, а? Ну, я совершенно не понимаю. Понимаешь? Я бы дала все, что у меня есть. Правда? Какое чудо, конечно. Ну, так вот. Вот он и стоит 100 тысяч. 7,88,107. Как евро сегодня? Я же сказал про евро. 1,2576. 1,2576. Еще на фигуру ушел доллар вверх. Понятно? Вчера было 1,2670 там где-то. Значит, скаканет Рублевич на 30-40 копеек наверняка. И нефть падала всю ночь. И мы вместе с ним. И нефть падала. Мы вверх, да? Настя держит сбережения в долларах. Я знаю, у нее... нет никаких сбережений. У тебя есть сбережения, они доходят до 500 долларов, я думаю, примерно, да. Накопят на старость, да? Да? Примерно так. Так, движение, хватит, все. Не болтай, ну что ты все время. Алло, здравствуйте, да, слушаю, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий беспокоит. Где вы, Дмитрий? По Горьковке фигачу в сторону Балашихи, свободно, 80. Да, сегодня Балашихи, там маленькие заторчики на Яндексе, крошечные, да. обычно большие. Сегодня маленькие. Отлично, это да. Поздравляю Балашихинских и вас с днем рождения. 788-107-0. 788-107-0, алло, здравствуйте, да, слушаю. Сергей, доброе утро, это Наталья Хомов. Здравствуйте. В Киевке на Ленинске просто, вот, просто стояк, потому что там... Откуда? С Киевки на Ленинске, да? Да, с Киевки на Ленинский, в центр. И держит область Ленинский вот на посту ДПС. И там на Ромашке, там то ли КамАЗ, то ли еще кто-то, и вот все из-за этого. То есть никто... Я все понял. Спасибо. Спасибо, Наташа, хорошего дня вам, хорошего дня. 7887, слушайте, секунду, я скажу вам, что я вижу по Яндексу, потому что я... Значит, от Глухова теперь стоит Новая Рига.
И ДТП в тоннеле нарисовано, или перед тоннелем нарисовано. И после тоннеля тоже ДТП на Новой Риге. Дальше стоит внешний МКАД в основном вот так. Он стоит у нас вокруг Варшавки. Он стоит у нас от Лосиного острова до Осташки, там ДТП. Он стоит потом после Алтушки до почти, ну, до левобережных Химок. Это внешний МКАД. И он стоит, как ему понятно положено, вот туда вот на спуске Крок... Нет, до Митина. На спуске Крокуса уже бежит. На спуске Крокуса, наоборот, стоит внутренний МКАД. А внутренний стоит перед Киевкой, стоит перед М4. Ну так, ничего. Нет. А что, город сегодня не такой уж ужасный. Не такой уж ужасный. Новая Рига самая ужасная. Спорт, поехали! Подъем. Десять часов четыре минуты, четверг, 24 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это русская служба новостей! И Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Доброе утро! Признавайся! Всем! Слушай, да. Значит, я просто обалдел, что рубль на 5 копеек подорожал, да? Где, покажи мне быстро. Значит, доллар снизился. На 5 копеек, да. Значит, смысл в том, что доллар сильно подорожал на международной арене. Ну, сильно, серьезно подорожал. Да? Да. На евроцент, на фигуру. Ну, да. Вот. А у нас он, рубль устоял. Значит, там какое-то общее движение относительно корзины. Рубль вырос относительно корзины. Почему он вырос относительно корзины при падающей нефти, нам неизвестно. Понятно? Ну, не надо знать нам, не надо нам знать такие вещи. Много будешь знать, скоро состаришься. Все. Звоним в Баку, в Баку, в Баку. Красногородскую туда упекли, все. Это «Бурановские бабушки». Это «Евровидение 2012». На это с удивлением смотрит корреспондент РСН. Прямое включение из Баку. Так, вот у нас Александра Красногородская. Александра, здравствуйте. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Настя. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, что сегодня и чем вы там занимаетесь? Расскажите нам и про Баку пару слов тоже. Сергей, мы сейчас едем к бабушкам, в их особняк будет небольшое интервью. Объясните мне, пожалуйста, вот вы уже едете, вы уже едете. Александра, вопрос. Нет, да. Да, прошу вас, то есть вы собираетесь? Ну вот я уже около автобуса стою, мы все подправляемся, секунда на секунду. Да, вы все отправляетесь, то есть это будет небольшое интервью для миллиона человек? Ой, Сергей, ничего не понятно, сами организаторы ничего не могут толком объяснить. Сначала сказали, что будем вдвоем, я и еще одна девушка. Сейчас уже здесь китайские журналисты приехали, и что будет, никто ничего не понимает. То ли это будет пресс-конференция, то ли это будет чаепитие. То ли это будет заплыть где-то с бабушкой. Вообще ничего да. непонятно. Расскажу. Скажите, пожалуйста, теперь мне все-таки подробно. Значит, я подозреваю, что с бабушками существует какая-то проблема. Настя, слушай меня сейчас внимательно. С бабушками проблема, Настя, потому что их скрывают куча охранников. Какая-то проблема, извини, какая-то. Потому что они вообще not available, никак. Больше того, насколько я понимаю, Александра, вам угрожали лишением аккредитации, если вы посмеете подобраться к бабушкам в момент, когда они покидают, например, свою гостиницу. Да, было дело. Я просто вчера хотела пообщаться с ними, сказала, что подъеду, но не официально. Но что мне сказали, если кто-то увидит себя там фотоаппаратом, то аккредитации можно будет лишить. Да. Я не знаю, с чем это связано. Правда, я не понимаю, другие участники конкурса, к ним такое же отношение? Вы пытались с другими? С нет, к ним попроще, на самом деле... Все попроще, бабок прячут. Либо бабки сошли с ума, и впали в маразм.
и отвечают, как пройти в библиотеку на любой вопрос. Либо они бухают, либо что-то происходит. Что-то происходит. Это будет первый вопрос, который я задам сегодня. Почему их прячут? Почему их прячут? Да, почему их прячут? Их реально прячут. Вот в чем дело. Это очень важное дело. Скажите, а где они расположены? Что за крепость? Что за крепость? Сергей, да. Сергей, это где-то 50 километров от Баку. Это пригород, там несколько отелей. И там, знаете, как типа нашей Рублевки. Там есть несколько особняков. Там да. Особняк Агаларова, Исмаилова, министра транспорта. Такое хорошее место. Да. Там же находится отель Агаларова, который называется Сибриз. Отель состоит из одного корпуса и ряда особняков, которые как коттеджи. Вот вы не поверите, я мог бы там жить. Я мог бы там жить, между прочим, вы не поверите. Да, Сергей, но сейчас там живут бабушки. Нет, я мог бы жить в этом районе, говорю я. Я чуть не женился, на дочери одного генерал-лейтенанта по фамилии Агагусейнов, у которого там был трехэтажный особняк. Да. Я бы там был, я бы был сейчас Агадаря, я был бы Агадаренко, Аглы и так далее. Понятно? Да, ну, серьезно, сейчас серьезно. Мне сватали девчонку. Мне сватали девчонку просто. Ну, ладно, неважно. Хорошо, проехали, я уже не женился. Все, да, и что же? Ну, вот сейчас мы едем туда к бабушкам. Чем они занимаются, непонятно, но я сейчас получила фотографии, что они в свободное время ходят по берегу, собирают красивые камушки. Нет, они собирают камушки и ракушки, и еще они там вяжут, вышивают, занимаются, в общем, каким-то рукоделием. Хорошо, смотрите, значит, первое, что вам надо выяснить, конечно, это почему их скрывают, не сошли ли они с ума, или не в запое ли они, и нет ли там эпидемии какой-то страшной, их скрывают так, как если бы у них был ТИФ, ну вот, это первое, конечно, передайте им большой привет от нас, скажите, что они абсолютный трэш, но мы за них болеем, конечно, все равно, да, правильно? Да, обязательно передам. Круто, что еще, что по Баку, какие впечатления, или уже на завтра отложим? Ой, что там? Ну, расскажите два слова. Вы, значит, напомню, Александра Красногородская охарактеризовала Баку как помесь Дубая с Одессой. Вот расскажите, что еще, что-нибудь такое красочное, зарисовочку. Очень хорошо относится к русским, все чисто. А, но ездят на автомобилях просто безумно. Если мы говорим, что у нас в Москве все хамы на дорогах, то поверьте, у нас не хамы, у нас высокообразованные культурные автолюбители, потому что здесь не ездят, а просто передвигаются. И каждый свой маневр водители обязательно сопровождают звуковым сигналом. Да. Человек собирается перестраиваться, он не включает поворот, он просто сигналит, типа, товарищ, я поворачиваюсь. Да. Так всегда было. Абсолютно не нужна... Так всегда, в Баку всегда ездили как кретины, абсолютно всегда, на красный свет, это всегда так было, это не новое. И, кстати, пешеходы, да. Они идут в любом месте, переходят, просто даже шоссе могут переходить. Да. Не опасаясь. Люди, ишаки, обезьяны, все идут куда хотят и едут куда хотят, абсолютно. Это есть демократия некая внутренняя. Да, а что рестораны, что заведения, если, например, захотеть поесть? Да, я ходила в местное заведение. Знаете, очень приятно, что когда ты видишь что-то из России, сразу к тебе другое отношение, с тобой все хотят пообщаться, многие по-доброму, там, какими-то, обменяться своими впечатлениями о России, о Москве. Кстати, очень многие были в Москве и в России, рассказывали. Не разводите нюни, мадам Красногородская, Александра. Вы просто, они ее кадрят, она думает, слышишь... Надо было рядом поставить еще... Красногородская, стоп, Красногородская, проб, слушай Аношку, Аношка, скажи ей. Да, нет, они, я и говорю. Ей пофиг России, им пофиг России. Конечно, абсолютно, я вас умоляю. Саша, вы представьте на секунду, что вам 65... Ну, можно привыкнуть, да. Прекрасно выглядит, 65, но вы представьте, поставьте мыслительный эксперимент, подумайте, будут ли к вам также подсаживаться, да. Разговаривать. Они так любят. Да. Красногородская. Не только с мужчинами, но и с женщинами. Она общается с женщинами, это ужасно. Ну, не имеет разницы, бывает, значит, это кощунство. Общаются все нормально. Ну, что как я люблю русский балет, говорят ей, прямо десятки азербайджанских мужчин говорят им, ей, как я люблю русский балет. Мы тебе не верим. Еще, пожалуйста. Это шелковица на улице. Шелковица, знаете, тутовое дерево. Ну что, ты не знаешь шелковицу, мама? Да, что ты? Откуда ты выросла-то? Нет, да. Да, шелковица. Никто не ест, представляете? Ее здесь никто не ест. Ем только я, когда никто не видит. Я тихонечко срываю ягоды и запихиваю в рот. А вы наберите в запас и в гостинице, потом можно жрать спокойно, не стесняясь. Я привезла в редакцию шелковицу. Я еще нарву. Классно. Нет, здесь классно, правда. Счастливо. Это Александра Красногородская, которая думает, что к русским хорошо относится на том основании, что по
по 50 азербайджанских мужчин рассказывают ей о русском балете, как они его любят, вот так, я думаю, да. Подъем. Сергеем Доренко на РСН. Из светской жизни Гавр сливает нам информацию. Смотрите, Кирьянов, замминистра внутренних дел, сдал мигалку А100МР-97. Теперь в ней вовсе не ездит или редко ездит, я уж не понял. И пересел на ДПСную, раскрашенную под ДПС МЛ-ку, джип МЛ. Угу. Причем сам за рулем часто ездит, Гавр говорит. То есть он сел в ДПСную МЛ-ку с боевой раскраской. Так честнее. Не честнее, так подлее, потому что он использует тогда ДПСную раскраску, а сам он не ДПС нифига. Я тоже тогда буду ездить, понимаешь что, или нет? Ну, давайте. На МКАДе внутреннем от Ленинского до Можайки полнейший стояк. От Ленинского до Можайки внутренний МКАД стоит. Так, секундочку. Островитянова крепко стоит в обе стороны. Объезжайте, друзья. Островитянова крепко стоит в обе стороны. Это 119-й предупреждает нас. Так. Рига на въезд совсем никак. Это 73-й. Да-да, Рига от Кики стояла перед этим. Сейчас я сейчас не уточнял, но вот некоторое время назад от Кики стояла Рига. Еще. Ребята, не ездите вы по Риге в это время. По Риге не надо ездить в 6 утра, а потом уже начинать снова где-то с часу дня. Но не надо, вот где-то с 8 утра до 12 не надо ездить по Новой Риге. Что за блажь? Куда вы ездите, я не понимаю? Что у вас там зудит где-то? Что вы вдруг это все поднеслись куда? Зачем это? Не надо никуда. На Можайке вырубают деревья, а Чириковой нет. К россиянам в Баку хорошо относятся, потому что они съедают шелковицу. Да. Спасибо, 77-й. Хорошо, очень хорошо. Так. Кирьянова только что видел, он выехал из Княжьего озера, где он живет, и понесся на этом самом, за рулем сам своей МЛ-ки с ДПСной раскраской, говорит Гавр. Только что Кирьянов выехал из Княжьего озера, замминистра внутренних дел. Федеральная служба охраны ФСО задумала, ну, раз мы начали уже светскую хронику, продолжим. Федеральная служба охраны ФСО задумалась о защите детей и внуков высокопоставленных чиновников от последствий ядерного взрыва. А также правнуков. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да. Федеральная служба охраны, она защищает охраняемые лица, правильно? Конечно. А мы что она тоже и внуков защищает? Все племя, весь извод защищает, весь конечно. Извод. Да? А ведь это же давно надо было. Я спецслужба знаю, закупает 118 специальных переносных детских капсул, в которых новорожденный ребенок... Что? 115. 118. Повторяю, 118. 118. Да. 118. У кого-то рождается ребеночек, судя по всему, нет? Вот как бы, наверное. Я предположительно. И у кого-то есть ядерный взрыв на уме. Носу. На уме. На носу ядерный взрыв. Не за горами. И ребеночек, что-то такое. Значит, федеральная как служба... Как люди живут, да? А? Ну, люди знают, что будет ядерный взрыв, и знают, что будет ребенок одновременно. Да. И закупается 118 переносных детских капсул, в которых новорожденный может в условиях ядерного взрыва провести до 6 часов. Внимание, стой. 6 часов. Сколько детей нужно, сколько продолжается последствия ядерного заражения? Могут несколько суток, пока ты не убежишь. А улететь на самолете? Как можно. Раз. Если 6 часов одна капсула, то сколько часов нужно, сколько капсул нужно на 24 часа? 4. 4 капсулы. Стоп. Слушай меня. Каждая капсула 6 часов. Таким образом, для того, чтобы выдержать сутки, нужно 4 капсулы на каждого младенца. Предыдущая капсула уничтожается, она заражена ядерным взрывом. Таким образом, да. 4 капсулы. Так. 4 капсулы на дают. А? На сутки. 10 суток это 40 капсул. Да. Это пешком идти туда, в сторону востока. Куда-нибудь на себе, на плиту тектоническую. 20 суток, да, 80 капсул. 30 суток, прикладывая месяц, ребенка. Это 120 капсул. Почему закупается всего 118 капсул, я не понимаю. То есть на месяц на одного младенца нужно 120 капсул. Зачем месяц-то его держать в капсулах? Вы уже за это время успеете перейти к нам. А если ядерный взрыв всюду? Ты переходишь, а там опять ядерный взрыв. Тогда, может быть, не стоит покупать капсулы. Не знаю. Нет, ну, вот понятно, да, это светская хроника, действительно, самая настоящая. А вы видели это как... В заказе ФСО об этом пишут сегодняшние «Известия». Говорится, что специальная камера для младенца предназначена для защиты детей в условиях ядерного взрыва в возрасте до 1,5 лет от отравляющих веществ, а еще биологических аэрозолей, радиоактивной пыли. Камера должна эксплуатироваться при внешней температуре от минус 30 до плюс 40 градусов Цельсия и содержании кислорода в воздухе не менее 18%.
Угу. Че, нормально, 18% у тебя всегда есть почти что. Но ты же не поднимаешься на отжималку. Фиглия. Нет. Ты же дышишь. Ты же дышишь сейчас Найтраксом 20-21. Найтракс 21 у тебя сейчас, правильно? 18 уж как-нибудь да будет. Капсула должна быть переносной. Иметь массу. А не стационарный, а то вы его туда положите. Стационарный — это саркофаг. Называется стационарный, называется саркофаг. Иметь массу не более 4,5 килограммов. И гарантированный срок хранения в заводской упаковке не менее 10 лет. Стоимость заказа ФСО составляет более 2 миллионов рублей. В качестве примера ФСО приводит камеру защитную детскую типа КЗД-6, которую производит предприятие Электростальский химико-механический завод. Кстати, надо позвонить на Электростальский химико-механический завод и взять образец такой. Просто всем нужно купить такую камеру. Она представляет собой герметичную сумку-переноску для детей с окошками в области головы. Ты засовываешь ее ногами вперед, значит. Да, зеленый окошко вверх. Область головы. Защита ребенка в капсуле обеспечивается благодаря поглощению всех отравляющих веществ особым диффузным материалом, который состоит из специальных диффузно-сорбирующих элементов. В такой переноске младенец может находиться в опасной зоне до 6 часов. Это новая уже идея, да. Подарка для родителей. Конструкция важна, другое. Слушай меня, да. Слушай меня. Ты не понимаешь. Вот у нас тут... Слушай меня сейчас, сосредоточься. Да. Конструкция детской капсулы для ядерного взрыва позволяет поместить туда домашнее животное. Да, это очень важно. Вот же в чем дело. То есть они могут кошек вывозить. Не крупнее ребенка. Они могут вывозить кошек. И то и терьеров. Кошек и то и терьеров. Сразу несколько. Детские капсулы. Известиям сообщили, что да, делают детские капсулы для ФСО. Вероятно, для кошек, охраняемых лиц, или для детей. О, это то, что шутки пошли. Никаких шуток. Где шутки? Задача ФСО – защищать первых лиц государства и их семьи. Да. Следовательно, и капсулы закупаются для этого, говорит Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа». Правда, не совсем понятно, как сотрудники ФСО будут спасать детей чиновников в случае ядерного взрыва, если они сами не защищены. А одноразовые должны быть сотрудники ФСО. Капсула на 6 часов и сотрудник ФСО на 6 часов. Через 6 часов с него слезает волосы, кожа. Отработанная. Кожа медленно сползает с сотрудника ФСО. Нет, он расстегивает свою оболочку, вылезает оттуда новый. И следующие 6 часов... Нет, мама, просто новый. Меняется человек. Вылезает новый человек. А старт куда идет, Сергей? Старт куда нахрен идет? Куда идет старый? Старый идет к монету, центр. к монету. Ну, слушай меня, конечно. Да. Так слушайте меня, ну это же смешно, но через минуту там все. А у вас есть капсула? ФСО закупает капсулы переносные детские. Сколько, кстати, на штука? Случай ядерного взрыва 118 штук. Вот какая петрушка. Через минуту обсудим. Подъем. А вот нам пишут, смотри. Да. Настя. Ну вот, жду ребенка, а вы напугали. 51-я пишет. А мы не пугаем. 51-я наоборот. Послушайте, мы вам модную штучку модную штучку теперь рекомендуем купить. Прикольно. Коляски у всех есть, кроватки. Слушайте, есть. Все есть у всех. 51-я. А капсул нет? 51-я. У вас нет капсулы. Смотрите, она стоит 17, какие-то жалкие 17 тысяч рублей. 17 тысяч рублей, послушайте. Скоро выйдет iPhone 5, вы его не покупайте, живите с 4-м, хрен с ним. Значит, а сами себе купите. Купите этот самый капсулу. Капсула. Понятно, да? 20 тысяч жалкий, стоит 16-гигабайтный новый iPad, вот этот третий. А вы его себе не покупайте. Не покупайте на зло жизни. А вы купите себе капсулу. И ходите с этой капсулой. Единственное, что там неудобно, вот я по рисунку увижу, что там дико неудобные лямочки. Лямочки на труд плечика. Ой-ой-ой-ой-ой, нехорошо. Вам нужен еще ФСОшник. Купите ФСОшника. Купите себе ФСОшника, чтобы он носил эти лямочки, потому что лямочки очень узенькие. Понимаете? Федеральная служба охраны, которая охраняет выдающихся государственных деятелей Российской Федерации, человек 20 в России всего, да, задумалась о защите детей. Она будет закупать 118 специальных переносных детских капсул, в которых новорожденный ребенок может провести 6 часов после ядерного взрыва. Вот какая фигня. А мы? Где вы найдете такую капсулу? Слушайте, а давайте купим друг дружку. Так вон, алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. У нас. Алло, здравствуйте. Товарищ. А то кому наследство? 788. А? Нет? Правда. Мне кажется, капсула теперь нужна каждому. Теперь, когда это обнаружилось на рынке. А для взрослых нет? Давайте. Чего-то подобного. Капсула специальная? Ну, конечно. Нет. Здравствуйте. Алло, да. Алло. Здравствуйте, да. Так, Сергей, а помните фильм с Мелом Гибсоном «Теория заговора»? Давайте рассказывайте всем, кто не помнит. Давайте. Вот, я считаю, что 8 тысяч колготок и 118 капсул – это признание ядерной войны. Но я вам хочу сказать, что ФСО закупает капсулы, а ФСБ закупает колготки. А, я извиняюсь. Здесь есть АСВР, вероятно, АСВР, наверное, стринги, трусики-стринги. Это все разное, это разные попки, все время разные попки. 788-170. 788-170. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Здравствуйте, Москва. Да, прошу вас.
Плохо слышно, приглушите радио, пожалуйста, и говорите с нами по телефону. Да. Получается, что вы вскрыли секретное подразделение, несколько отрядов камикадзе, рассчитанных на 2 часа. Это носильщики, массажист, повар, гаишник, который будет перекрывать водитель. Ну, конечно, детеныша повезут, допустим, конечно, должны какие-то люди обеспечить вывоз, естественно, потому что за 6 часов капсула истратится. Да. И выживаемость там минимальная, но минут 15-20. Должны быть отряды камикадзе. Спасибо. Да, это очень верное замечание. Они по камикадзе, здравствуйте, можно же ничего не говорить. Нет, должны быть созданы отряды. Должны быть созданы отряды, которые обеспечат провоз люльки. Потому что люлька, Федеральная служба охраны, напоминаю, закупает 118 специальных переносных детских капсул, в которых можно перевозить новорожденного в условиях ядерного взрыва. Значит, очевиднейшим образом должны быть созданы отряды камикадзе, которые будут перекрывать дороги и падать, облезая, вот будут облизать волосы, все как в фильмах ужасов, понимаете? Волосы, выпадать зубы, прямо падать челюсть нижняя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. А вот мультик есть такой, Футурама называется, и там были живые головы президента, знаете, такая мобильная голова президента на дуэли. Да. Может, мы просто что-то не знаем, и на самом деле им сначала отрежут голову, подключат там каким-то блоком, а не будет переносить там на бункерах. Да, спасибо. 788-170. ФСО закупает колготки? Нет, ФСБ закупает колготки, товарищи. Не надо путать. ФСБ закупает колготки, 8 тысяч штук. Мы посчитали, 8 тысяч штук колготок. Это? Что я забыл? Это что? Мы считали, это 16 тысяч ножек или 4 тысячи попок? Я не знаю. Мы насчитали 16 тысяч ножек. Да, 16 тысяч ножек в ФСБ есть. Алло, здравствуйте, да. Но не 4 тысячи попок, а 8 тысяч попок. Да, здравствуйте. Доброе утро. Да, прошу вас. Вот меня эти капсулы. Иван. А вы как живете? Вот вы без капсулы, как вы живете? А я вот без капсулы живу, но я знаю, что в случае тоже таких вот катастроф, я тоже должен куда-то бежать в Одинцово и прятаться там. А куда? Вот вы знаете, куда? Я пока не знаю. А где спросить про капсулу для ваших там малышей каких-то знакомых? Ну, для малышей капсул нет, но просто эта капсула на 6 часов рассчитана. Наверное, это для того, чтобы успеть всем нашим вот правителям, их детям, внукам добраться до Мичуринского проспекта. А почему, почему до Мичуринского? Они, наверное, во Власиху побегут. Там шахты хорошие во Власихе. Ну, вы же, наверное, знаете, что между Мичуринским и проспектом Вернадского ничего не строят, и там есть как раз все это подземные коммуникации, где все это предусмотрено. А вы, наверное, знаете, что еще и сталинские есть? А вы, наверное, знаете, что по Москве сейчас гуляет слух, что наряду со стройкой Сочи многие, значит, объекты подземные в Москве реанимируются? Космодром? Не космодром. Вот эти сталинские. Я знаю, что у них коммуникации с этих домов, с больших сталинок, и не столько сталинок, все это реанимируют, все это делают, все поддерживаются в нормальном состоянии. Нет, последний слух московский, который ничем не подтверждается, безусловно. Это то, что наряду с огромными, колоссальными строительными работами в Сочи ведутся и в Москве реанимация вот этих подземных инфраструктур всех. Метро там отдельно. Да, вот сталинская вся эта фигня. 10-3, утечки идут. 10.30, новости. Русская служба новостей. Русновости.ру. Подъем. Подъем с Сергеем Доренко. На русской службе новостей. Обзор печати. Сегодня четверг, и в печати и появился и в продаже журнал «Русский репортер». Одна из тем, конечно же, это правительство новое, наши министры. И еще актуальная тема – выборы. Но выборы уже не у нас, а выборы в Сербии. Друг Москвы выиграл выборы президента там, в Сербии. И об этом материал смотрите в «Русском репортере». Аргументы и факты публикуют топ самых богатых семей российских чиновников и депутатов, согласно декларациям за 2011 год. Конечно же, семьи теперь, потому что одних отдельно наших госслужащих и просто работников государства, депутатов и прочих рассматривать нельзя. Их надо обязательно вместе с женами рассматривать, потому что зачастую они находятся уже на содержании, судя по декларациям. Итак, на первом месте у нас Владимир Груздев, губернатор Тульской области. Он самый богатый человек, ну, в смысле, самая богатая семья у Владимира Груздева. На втором месте Григорий Аникеев, на третьем Сергей Петров и так далее. В общем,
общем, можете посмотреть на этот список. Это топ 1000, на самом деле, по декларациям, по официальным смотрели корреспонденты «Аргументов и фактов». И Владимир Путин, Дмитрий Медведев, в самом конце этого списка. Владимир Путин на 469-м месте, а Дмитрий Медведев на 552-м. Это «Аргументы и факты». Есть еще и другие у нас издания, как обычно. И информация о том, что, во-первых, пешеходов обяжут носить светоотражающие браслеты, это МК и Комсомолка. Рассказывает Комсомолка на первой полосе. Это пока под вопросом, но вот такое предложение есть. В Тропаревском парке, возможно, появился маньяк. Будьте внимательны, кто живет там неподалеку, возьмите Комсомолку, посмотрите. В Подмосковье уже можно собирать грибы. Говорят, пошли сморчки. Даже говорят, что их можно сдавать в элитные рестораны по сумасшедшей цене. 150-200 евро за килограмм, пишет Комсомолка на первой полосе. Не знаю, посмотрите, там корреспондент попытался пойти в лес, что там собрать, вероятно, даже сдать в ресторан. Ну, в общем, кому нужны деньги, смотрите kp.ru по этому вопросу. Дальше, значит, у нас ведомости, эксклюзив ведомостей о том, что Медведев, оказывается, без всяких конкурсов отписал Аркадию Ротенбергу, передал подряды на дорожное строительство в Москве, к Большой Восьмерке готовится, к Сколково нужно строить дороги, и чтобы ускорить процесс, в общем, своим указом от 25 апреля Медведев отдал этот подряд Ротенбергу, ну, одному из братьев, Аркадию, его фирме ОАО «Мосттрест», и мы знаем, что Ротенберги близки, и они личные знакомые Путина и Дмитрия Анатольевича. В общем, все это сегодня в «Ведомостях», можете посмотреть, как такие вещи происходят. Приближение новой волны кризиса. Вы хотите что-то сказать? Нет? Потянулись к микрофону. Слово «Ротенберг» я хотел сказать, что это очень основательный мужчина. Ну, никаких сомнений. И у них лучше, есть лучше. Банк, который называется «Северный морской путь». Он ни за что не подведет. Он ни за что не подведет. Аркадий и он пахнет свежестью. Аркадий Ротенберг. Я хожу в одну аптеку, вот здесь неподалеку, сквозь их банк. Потому что почему-то так получилось, что идешь в аптеку через банк. Не понимаю. Mm-hmm. Ну, там дырка такая в банке. В банке есть дырка, и сквозь нее проходишь в аптеку. Ну, вот скоро ее закатают асфальтом, судя по всему. Ну, и хорошо. Ну, в общем, еще есть по представлению, точнее, представительству наших новых министров, которых все продолжают называть техническими в социальных сетях, в Фейсбуке треть. Ну-ка, расскажи. Треть в Фейсбуке. Я вот сегодня треть министров сидит в Фейсбуке. И там какую-то, да, активность. А ножичка будет их зафрендивать сегодня, зафрендливать, зафрендировать. Френдить, да, я их френдить, буду. Она будет их. Да, посмотрим, тщательно, что они там из себя на своих страничках представляют. Но в любом случае, есть еще по доходам. Посмотрели декларации. Декларации, да, смотрел «Коммерсант». Самый бедный, несчастный Владимир Колокольцев. Вот, у него меньше всех, да, денег. А самый богатый, естественно, Абызов, но это не странно, потому что Абызов, в общем-то, миллиардер и бизнесмен давно. Он, да, у нас, да, министр, да, да, по работе с открытым правительством. Колокольцев дает интервью в «Известиях». Вы его все прочитали, Сергей, это интервью? Да, я прочитал. Хочешь, ну, что-то я хочу сказать? Важно, нет, основное нет, ну, там есть. Но, во-первых, Колокольцев по речи, производит впечатление основательного мужчины. Ну, спасибо. Ну, вообще, мужика. Нет, это важно. Внимание. Да. Мы не говорим, значит, мы в нем слышен мужик в Колокольцеве. Первое. Это важно. Все, я не согласен. Потому что, когда тебе дрянь и тряпка какая-то, хухры-мухры наводит, там, тень на плетень, как и полный идиот, и так далее. Ты тоже это чувствуешь. Значит, Колокольцев мужик, во-первых. Во-вторых, у него много есть решительной лексики от «я». Да, это последствия первого. Решительной лексики. Я считаю, я полагаю. Он не боится занимать позицию, Колокольцев. Да? У него нет такого «да может, не знаю, да хрен знает, да посмотрим». Он такой «я решил, я считаю, я полагаю» и так далее. Понимаешь, вот, да, это, вот это важно. Теперь дальше. Следующее, что у него. Он сказал из информации, что не будет переаттестации второй. Все, он сказал. Переаттестация прошла, хватит. С личным составом надо работать, без переаттестаций. Нафиг мне нужна переаттестация, когда работаю с личным составом? Я же не вижу личный состав. Успехов. Я вижу личный состав. Да, конечно. Для чего мне придумывать вот эти хитрые ужимки какие-то, фокусы? Потому что сделать уже с этим ничего нельзя, да, поэтому... Да. Значит, не надо. Значит, надо так. Я работаю с личным составом без всяких выдумок. Правильно? Вот это вот он сказал точно. Ну и вообще, интервью хорошее. Интервью, ну, хорошее. На «Известиях», смотрите, да, это был обзор прессы. Это был обзор прессы? Да, там, кстати, немножко. Ура!
Подъем. С Сергеем Доренко на РСН. РПЦМП попросила верующих собрать деньги для Греции. Я хотел бы... мы знаем об этом уже некоторое время. Теперь как итоги уже. Подводятся некие итоги сбора денег для Греции, товарищи. Дело в том, что верующие в России собирали деньги для Греции. Нужно грекам помочь, потому что они известные пройдохи. Ну, греки. Как сказать, они голодают. Греки. Вот, привыкли голодают, к хорошей жизни. Греки. Голодают, греки. Конечно, греки. Посмотри на голодают. Меня в глаза. Ты видела голодающего говорят, грека? Голодают. Я нет. Может быть, мне не повезло просто. Голодают, это в смысле, что... Бифштексы, не знаю, может быть, чуть жестче стали, или что? Значит, как это голодают? Как это они стали голодать, объясните мне? Расскажи мне, пожалуйста, как русские верующие собрали деньги для Греции, вы знаете, да, расскажите. Значит, апдейт. Пожертвования приходят со всей страны. Да. Сейчас, на данный момент, собрано 17 962 822 рубля 99 копеек. 600 тысяч долларов. 99 копеек. 99 копеек, прекрасно. Так. Вот, собрано. Собрано. И куда отправлено, и как отправлено? Кто что знает о сборе денег для Греции? Народ, вы сдавали деньги для Греции? Вы, да, сдавали деньги для Греции. Или вы голодающий грек? Одно из двух. Звоните 788-107-0. Если вы голодающий грек, позвоните 788-107-0. Мы дадим вам бублик. Если вы сдавали деньги для Греции, позвоните 788-107-0, пожалуйста. 788-107-0. В одном из двух случаев вы сдавали деньги для Греции или вы голодающий грек. Фроги-грек, я думаю. Фроги-грек. В этом. Предполагается, что собранные сомнения. Средства пойдут на организацию бесплатного питания для неимущих. 7-8-8-107-0. Секунду, да. Фроги, вы грек, я знал. Сергей, доброе утро. Да. Надо на кровь для Греции сдавать, а не деньги. Кровь. Спасибо. 7-8-8-107-0. Сдать для Греции кровь. Послушайте, я вчера перечитывал, Я вчера взял Гомера и хотел его пересчитать. Потом все-таки на Чехове остановился, перечитывал Чехова. Но я хотел перечитать Гомера именно для того, чтобы проникнуться пониманием, что греки – пройдохи, плуты, и совершенно запредельные пройдохи, к тому же. 788-107-0. Вы сдавали деньги для Греции. Позвоните, пожалуйста, об этом расскажите нам. 788-107-0. Да, здравствуйте. Добрый день, мои дорогие. Это Михаил беспокоит. Вы знаете, косвенно очень многие, в том числе и я, помогали Греции. Мы ведь покупаем товары ФРГ, Франции, Голландии. Да. Они же датируют Грецию, правда? Ведь фирмы из Голландии датируют... Спасибо вам, Михаил. То есть, купив Мерседес, мы всякий раз датируем Грецию. Или Филипс. Как это хорошо. 788-107-0. Вы собирали деньги для Греции? Алло, здравствуйте. Доброе утро. Это сытый русский США, не грек, не голодный. Да, прошу вас. А вы собирали деньги для Греции или вы грек? Я умоляю вас, нам нужен грек, нам нужен живой грек, мы ловим грека с очками. Мы ловим грека с очками. 788-107-0, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы грек, гречанка, прошу вас, или вы собирали деньги для Греции? Я не грек и не гречанка. Почему греком собирают? У нас столько больных детей. Ой, я именно поэтому и хотел спросить. Прошу, 788-107-0. Православные верующие, собирают деньги для Греции. Собрано почти 18 миллионов рублей. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро. Вы собирали деньги для Греции? Сергей, у меня жена сейчас в Греции. Да. Два дня назад по бизнесу улетела. Знаете, что она мне говорит? Да. Там просто дикая Дикая лень. Нога на ногу, нимфокалипсо насилует Одиссея. Я помню, нет, нимфокалипсо на прощание насилует Одиссея. Вы помните, да? Просто дикий ужас. Нет, вы помните, какая была оргия на прощание? Там, когда... там просто философия не работает. Нет, я вам расскажу. Я вчера собирался перечитать Гомера, но не сделал этого. Но я по памяти вам говорю. На прощание, вы помните, как она его трахнула знатно? Там целая, целая глава об этом. Нет. Что? Нет, не помним. Как это? В школе нам этого не преподавали. Вы не читали Гомера? Не до конца, я не смогла. Сергей, а я вообще не знаю, как вы его читаете, если честно. Я, конечно, все понимаю. Встала из мрака с перстами пурпурными. Эос! Да, вот это. Это я помню. От вас. Долго это читать, по-моему, совершенно... Я читаю это все время. Ты что? Я прусь от этого. Это же порнуха. Отдельно нужно включать там, мозг, это учебник, это учебник плутовства, воровства, склочничества, подсиживания, прелюбодействования и всевозможного скотства. Это совершеннейший учебник. Там постоянно нужно всех обманывать, всем говорить неправду, постоянно все время химичить. Это учебник хитрости.
Зюгали, если сравнить Библию и Гомера, то эти книги строят друг друга. И там, и там сплошное плутовство. Сплошное плутовство, и это учебники обмана. 788, я имею в виду Ветхий Завет, безусловно. Ну, конечно, Ветхий, Ветхий. 788-107-0. 788-107-0. Вы сдавали деньги для Греции? Черт, ни одного нет. В результате откуда взялись 18 миллионов? Объясните мне. Да, здравствуйте. Добрый день. А вот у меня есть знакомый, у него дочь живет в Греции. То есть здесь она работала, получала неплохую зарплату. Значит, как только она переехала в Грецию, она живет на то, что сейчас вот ее отец сдает здесь квартиру, все деньги высылает ей, а сам живет на пенсии. То есть, по моему мнению, Греция такая страна, которая развращает людей настолько, что даже люди, которые раньше какие-то были, вполне себе успешные. Да, понятно, 7-8-8. Так, товарищи, Русская Православная Церковь собрала 18 миллионов, мы не можем найти ни одного человека. Ну что ж за жесть, а? Давайте 18 миллионов рублей собрали, непонятно кто. Алло, здравствуйте, да. Алло, Сергей, вы мне в конце не дали сказать, знаете, кто работает в Греции? Кто? Армяне, армянская диаспора. Армяне? Да. Вращая глазами, они... Нет, я знаю, что там делают армяне. Страшно вращая глазами, армяне кричат со второго этажа из своего мехового магазина: «Командир, заходи, шуба есть». Нет, они, вращая страшно глазами, как будто собираются тебя зарезать, они кричат по-русски: «Шуба есть, командир, заходи». Они вот так делают. Это и есть работа армян, да, я убедился в этом сам, лично. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я просто дозвонился, я татарин, Ренат меня зовут. Очень классно. Я вместе с греками солидарно голодаю, я на диете. Сели, да? Правильно, очень хорошо. Нет, несмотря на то, что татарин. 42 попытки дозвона, такое редко встречается. Здравствуйте, прошу вас. Сергей, у меня сотрудница уехала в Грецию, сейчас там живет. Да? Она не смогла там жить, потому что привыкла в Москве работать, и наш ритм, вы знаете, да? Она хочет уехать оттуда. Несмотря на мужа и все такое. Да. Работать не хотят вообще никогда. Никогда, в принципе. Сиртаки и трахаться с нимфой Калипсо. Почитайте Гомера, пожалуйста. Больше ничего. Спасибо. Вы помните, простите, у вас есть минута? Алло? Не, он уже включился. Вы помните, как сын Одиссеев так является к Нестору, народов-правителю? Я намного с большим удовольствием слушаю вас. Вот в вашем пересказе очень интересно. Продолжайте. Нет, там просто полная жесть. А когда они приезжают к Менелаю, мама, мне страшно. В оригинале... Ну, там цари, типа, дарят на ночь свою дочку. Ну да. Дарят на ночь свою дочку, младшую. Да, но с тех пор-то все, видите, как поменялось. Ну, просто какой-то жесткач, когда ты читаешь это, ты думаешь, что ты хотел бы попутешествовать по Древней Греции просто. Ну, вот, пожалуйста. Там просто совсем... В некоторых случаях тебе дарят рабыню, но только в некоторых. Если подходящая рабыня не находится, то тебе дарят дочку. Это по законам гостеприимства. Да, Сергей. Ну, я даже не знаю, как... Ритуальная проституция. Это Греция. Пожалуйста, Гомер, возьмитесь за Гомера, я вас умоляю. Пожалуйста, возьмитесь за Гомера, наконец. И вы поймете, нужно ли помогать этой стране. Моим Пушкиным. Вот, может быть, погнали, лазит. Все. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Слушай, знаешь, что я хотел быстро сказать? Карта радиоактивного загрязнения Брянской области, если посмотреть. Карта радиоактивного загрязнения Брянской области. Что там? Поняла? Там как раз будут ковбои, которых из Америки выписали. Чернобыль. А им, наверное, не говорят ничего про Спанию. Они там, значит, выращивают скот и так далее, учат русских. Но это Брянская область, она вся заражена нафиг совсем. Я думаю, что как раз ковбои, они, собственно, топчутся по полураспаду. Они в обстановке полураспада там празднуют всю эту историю. Их выписали на 3 года, насколько я понимаю. Так, 788-107-0. В движении. Вы, где вы едете? Что вы видите? 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте. Сергей, доброе утро, Димон. Да, Димон, где вы? Волгоградская кислая на въезде, объехал по Зеленодольской, Саратовской, выехал из Текстилея, вроде тут свеженько. Спасибо за рецепт, народ, перенимайте. 788-107-0, в движении. 788-107-0, где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Где вот вы? По поводу пробки сейчас на Ярославском шоссе на мосту. Да. Значит, сейчас, значит, 4 машины там по правому ряду столкнулось. На Ярославском, на мосту у Северянина, что ли?
Нет, после него в сторону центра. Все понял. Все понял. На Крестовском мосту 4 машины столкнулись в правом ряду. 788-170 в движении. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где вы едете? Новая Рига. Да. Стоит очень вообще круто. Вот Ильинского шоссе, вот поворот там где-то. Да, 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 да. Это правда, это правда, это правда. И с каждым часом хуже. С каждым часом хуже. Понимаете, между 8 и 1 и 13 часами нельзя ездить по Новой Риге. Вот с 8 до часу дня, все и все. А потом можно, наверное, опять можно. 7-8. Ну нельзя, все, ну, ребят, ну надо же точно понимать и все. Зачем мы каждый день готовим себе сюрприз? Интересное дело. Алло, здравствуйте, да. Да, Сергей, добрый день. Здравствуйте. Семеновский вал, поворот на вот на это на, в сторону территориального центра, на Дубровке. Да. Перекрыто движение, трамвай задел такси. Понял, спасибо за предупреждение. Спасибо. 788-107-0. 78. Отвратное движение по Профсоюзной в районе Миклуха-Маклая в обе стороны, пишет нам Брэнгвин. Спасибо, Брэнгвин. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Пересечение Мичуринского и Лобачевского. По 2 километра пробки в каждую сторону. Мичуринского, Лобачевского, по 2 километра во все стороны пробки. Анастасия Аношко провела этот выпуск, а Светлана Матвеева расскажет вам о спорте. А я пойду и проживу его. Этот четверг, 24 мая. Подъем.